Вот, представляю чехол новый, алюминиевый, для телефона Galaxy Note 4. Значит, что здесь у нас? Алюминиевый бампер, все отверстия, которые нужны для работы телефона, клавиши, вот, которая параллельна громкость, блокировочка, вот переключатель у нас. И задняя панель металлическая. Значит, смотрите, сверху, внутри проклеена очень мягким материалом. Также внутри бампер весь проклеен мягким материалом, для того, чтобы не поцарапался корпус. Значит, сама задняя панель установлена на специальных металлических таких защелочках. Вот, если видно, вот они. С одной стороны и с другой. Значит, задняя панель бывает белая или черного цвета. Ну, в данном случае белая. И три цветовых варианта бампера. Это золотистый есть, серебристый и черный бампер. Значит, на заднюю панель наклеена пленочка. Я вот ее сейчас не снимаю. Для того, чтобы во время транспортировки или установки на телефон не процарапала поверхность. Значит, вот такой симпатичный чехол алюминиевый на Galaxy Note 4.